Улица Клочковская, район супермаркета «Брусничка». Сегодня около половины десятого утра здесь прогремел взрыв. Я не видела, я только услышала взрыв, но я начала, думала, что у меня что-то случилось тут. А потом уже увидела черное пятно. В результате происшествия пострадала 54-летняя женщина и ее 2-летний внук. Женщина имеет повреждение одного пальца левой кисти. Ей произведена первичная хирургическая обработка. Палец не ампутировали. Ребенок в удовлетворительном состоянии. У ребенка ушибленная рана надбровной дуги справа и было извлечено оттуда инородное тело. Сейчас ничего не угрожает, все стабильно, нормально. Просто лишний раз говорить о том надо, что не стоит брать никакие неизвестные предметы, поднимать на улице, быть внимательным, бдительным – это основа. По информации полиции, женщина работала уборщицей в аптеке, в том же здании, где размещается супермаркет. После того, как она произвела уборку, она спускалась вниз и увидела на лестнице небольшой пакет. Попросила своего внука, чтобы он отошел на несколько ступенек выше, подошла к этому пакету. Он был тяжелый, с ее слов. Внутри она увидела металлический предмет, который она взяла. Он выпал у нее с рук, после чего произошел взрыв. По словам Олега Беха, были найдены некоторые части взрывчатки. Эксперты предполагают, что это была ручная граната направленного действия. Около гранаты находился еще большой подшипник. То есть мы понимаем, что, скорее всего, взрыв был рассчитан на то, чтобы были гораздо большие повреждения. Уголовное производство открыто по статье хулиганства, санкции от которой от 3 до 7 лет тюрьмы. Маргарита Минайлова, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив».